Господи, крест нести надо до конца. Все, записки больше не принимаются. Однажды я и кореш мой, Зарёва, как водится, нахрюкались немного. И чтобы смыть нахлынувшее горе, решили пару раз макнуться в море. Ландшафт был непростительно суров, и ветер дул. Я знаю, но я думал, от наших берегов. Подходим к морю, уши. Понимаете, песня была написана в Судаке. Это была Украина, тогда еще общее пространство. А сейчас я уже думаю, когда пою. Да. Подходим к морю, уши, да, гладь залив. Сярёва взял тросы родной земли, но голосу рассудочному внемля, он выспал назад родную землю. А ветер дул, оборзивший совсем, секунду метров 8, может и 7. Плывем я кролем, а Серега братцем, пинаем крабов, тискаем медуз. И вдруг Серега тихо шепчет басом: остался позади родной союз. Ага, де контры с берега глядеть и на Серегой плен забрать хотеть. А я кричу: ну не, живым не сдамся. Тогда еще комедий-клаба не было, поэтому кричали: ну не, живым не сдамся, да. Серега тоже молча не остался, покрыл их в три креста и в две дыры. Они на нас направили стволы, а ветер, сволочь, дул еще хлешей. Серега сразу вспомнил это, не свежте его. Но мы от них ушли под нос песнями, да разве им сравнится году с нами. Но тут возник сухоболичный спор, что это, Дарданеллы или Босфор? Серега встал стеною за Босфор, но тут пролился дождь турецких гор. На берег вышли, ба, город иностранный, и день не как видно нынче банный. Все ночь полотенце на башке, Стамбул прочел Серега на флажке. Ну что ж, Стамбул почти ж как Тамбов, я был в нем, и Сереге он не нов. Идем, глядим, не город, а восторг, а на трусах ярлык казачный торг. Вдруг пилит нам мадама у паранже, она мне ловко, вроде в неглиже. Серега сразу метхин, вроде шон, но тут ее папаш подошел. Он нам кричал: обидно, я слава, но это мы не поняли сперва. Когда на нас дошло, что смысл суров, Серега дал ему промеж рогов. Вокруг толпа из боли расти, а я считал, стоял до 9. При счете 3 мужик едва вздохнул, при счете 8 ноги протянул, при счете 9 их пришел бельтон. И мы с Серегой ломанули вон, выплыли, ветер был у нас в трусах, за нами катер мылся 2 часа. Но нас они не взяли на испуг, здоровым теле ведь здоровый дух. Мы дома как приятно, черт возьми, что мы успели серым до 8. Это сейчас до 10 продают, а раньше до 8, а то и до 7 было. Помните, как человечество страдало? Вот и протестные песни оттуда, понимаешь ли, с 8 до 10 появлялись. Ну что?